Пары готовы, я надеюсь, зрители тоже готовы встречать их аплодисментами. Друзья, мы начинаем с категории и переходим к окружению группы DD1E. Первое место в этом финале занимают Михаил Кутлоев и Василина Полюшиц, Минск БФТ, тренеры Елена Карпенко и Дарья Зубова. Вторая ступенька этого пьедестала покоряется паре под номером 3. Алексей Конюков, Валерия Титович, Минск Сигма, тренер Анастасия Веслова. Замыкает тройку лидеров пара под номером 29. Максим Киреев, Анастасия Павлють. Минское областное общественное объединение спортивного танца. Тренеры Валентина Грабицкая и Оксана Киреева. Четвертое место. Пара под номером 12. Александр Ковалев, Екатерина Антонюк. Гомельская областная федерация спортивных танцев. Тренеры Эдуард Сугак, Светлана Сатырева. Пятое место занимают Кирилл Сысов, Дарья Новицкая, город Лунинец, Белорусская федерация танца, тренер Светлана Галка. И шестое место, пара под номером 13, Артем Гурский, Дарья Самосюк, Минск Сигма, тренеры Артем Козыра, Анастасия Веслова. Вновь и вновь все награды и дипломы находят своих героев. А это значит, что самое время для памятного фотоснимка. Принимают героические позы наши финалисты. Конечно же, улыбаются. Фотографы делают удачный кадр. И мы провожаем группу DD1 с паркета для того, чтобы наградить категорию Е-класс «Дети-2» пары. Итак, первое место.